Добрый день, мои друзья, подписчики, зрители. Сегодня я хочу поговорить с вами о монете 1 гривна золотистая. НБУ вчера, 23 ноября 2000 года, сообщил, что золотистые монеты 1 гривна являются законным средством платежа, и их обязаны принимать все. Указано, что в октябре в Нацбанк часто обращались граждане по такому вопросу: остается ли в обращении золотистая одногривневая монета. В частности, граждане жаловались на неприятные случаи, когда они не смогли заплатить за товары или услуги из-за того, что якобы Национальный банк изъял из обращения одногривневую монету. Национальный банк ответственно заявляет, что это не так. Все золотистые одногривневые монеты являются законным средством платежа. Золотистые одногривневые монеты НБУ не изымал из обращения, поэтому их обязаны принимать для расчетов везде в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Свободно расплатиться на территории всей Украины. В магазинах, в банке, в транспорте, в заведениях общественного питания и быта и тому подобное. Их обязаны принимать для расчета везде и все в нашем государстве. Продавцы, кассиры, водители маршруток. Так говорится в сообщении НБУ от 23 ноября 2000 года. Копилка с такими вот монетами попала мне в руки совсем недавно, где-то около полгода назад человек сливал копилку родительскую. Там около 500 гривен было в этой копилке, и все практически вот такие вот юнцевые. То есть монеты в обиходе не были, они чистенькие. Вот, не заюзаны, грубо говоря. То есть я забрал один к одному такие монетки. Сейчас такая коллекционная, ну, монета в таком коллекционном сохране, да, будет стоить, ну, около 10 гривен. То есть один к одному я поменял на 500 гривен. Вот сейчас я имею, грубо говоря, на сегодняшний день таких монеток около 50. Потому что остальные все монетки я, ну, перебрал, слил, то есть подарил, продал. Оставил себе только самые вот такие вот лучшие, самые красивые. Да, нумизматическая ценность этих монет не такая уж и велика. Вот. Но все равно сейчас монеты будут постепенно изыматься Нацбанком. То есть монеты одногривневые, вот эти золотистые, вот, они являются до сих пор законным способом платежа в магазинах, маршрутках и тому подобное. Вот, но если такая монетка попадет через АТБ там, да, там, или через банк коммерческий, любой коммерческий банк, если эта монетка попадет в Нацбанк, то все, она туда не в обиход дальше не пойдет. То есть ее просто-напросто утилизируют, и тем самым год-два и такие гривны уже все перестанут ходить сами по себе. Физически их просто не будет. Не то, что их там запретят, там выведут с оборота. Их просто уже не будет. Их просто уже не будет в обиходе. То есть годик-два и все.